Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по сайту КосТВ. Это аналог, альтернатива, скорее всего, YouTube. И я хочу поделиться своими результатами, как и обещала. Значит, у меня загружено 19 видео. Начала я загружать, как бы, ну вот на YouTube загружаю, пишу видеообзоры, публикую и иду по порядочку и сюда, как бы вот в КосТВ. 8 у меня подписчиков, поп монет 7400 у меня. И давайте обратимся к предыдущему видео, посмотрим на результаты здесь, когда я только начала зарабатывать. У меня на балансе было, обратите внимание, вот здесь 0.061 вот это поп монет. Возвращаюсь, у меня баланс вырос, стало 10.37. Так, далее West монет 17.45 у меня стало. А когда начинала, у меня было 0.10 монеток. Значит, здесь у меня КосТВ аккаунт вообще все по нулям. Здесь же у меня, обратим внимание, 7.30 космонет. На чем я их заработала, вот эти космонеты? Заработала я здесь вот охота за поп-сокровищами. И как бы можно играть. Я сначала выполняю как бы все действия. Давайте я зайду в аккаунт. Войти в систему, вернее. Тоже дают бонусы как бы, да? Вот у меня. Нажимаю «Войти». И сейчас вот поп 200 монет вот этих дадут. Так, «Войти». Ну что-то тормозит у меня. Давай, заходи. Да что ты, не хочешь у меня заходить? Ну, такое бывает. Сейчас я перезагружу страничку. Войти. Так, вошла. Пропустить. Капчу надо разгадать. Автобус. Подтверждаем. И вот мне 200 монеток дали. Получить еще поп. Это позже. Далее. Сундучок с сокровищами раз в день. Можно также открыть. Я открываю, естественно. Открыть бесплатно. Так, автомобиль. Подтверждаем. И сейчас мне дадут монеток еще. И еще 200 я получила. Так, возвращаюсь. Иду сюда. Далее я вообще иду как бы видео просматриваю. Все это я выполняю ежедневные задачи. Собираю, захожу в систему, получаю один сундучок. Потом я просматриваю видео. Видео как просматривать я уже показывала вам. Вот, ставлю комментарии, лайк ставлю. К сожалению, так часто я не могу поставить лайк. Ну, ставлю где-то через день у меня получается. Когда через 2 дня, так как у меня мало энергии постоянно. И вот здесь я могу открыть сколько угодно. Вот, пока, вот сколько у меня есть сумм, столько я и открываю. Ну, желательно я чисто это для себя как бы не заигрываюсь раз в день. Бывает 2 раза как бы играю. Вот охота за поп-сокровищами. Вот это я все выиграла. Ну, не всегда. Это как повезет. Вчера я вообще ничего почти не выиграла. Вот. И мне вот понравилось не вот это 100
один раз открыть за 100 вот этих монеток. А вот за 485 раз. Можно выиграть монеты, коз, какой-то подарок. Вот. Ну, давайте нажмем чисто для видео покажу. И я, как видим, ничего выиграла. Сколько? 50 и 50, 100. Плюс 200, 300. 400 монет. Можно еще раз сыгрануть? Вот, можно. Еще раз кручу. И что? Спасибо за участие. 200 монеток мне дали поп-монет. Плюс 50. Итого 250 поп-монет. И обратите внимание, я выиграла один кос монет. Так. И опять ничего не выиграла. Закрываю. Так, возвращаюсь в аккаунт. Сейчас посмотрим, сколько у меня стало этих монеток. Ну, плюс один. Было 7, по-моему. Стало у меня 8 кос монеток. Вот таким вот образом у меня я выигрываю. Вот такие вот у меня результаты. Ну, как видео добавлять, я показывала. Просмотр видео я тоже показывала. Лично кабинет, творческий центр, основной сетевой кошелек. Все это, друзья, я вам показывала. Вот. И даже и вот здесь вот мои как бы монетки. Вот кос этих по нулям. Вест монет 17.76. Я могу их обменять на кос или проголосовать. Чикина у меня еще нет ничего. Ну а здесь мои награды. Как бы. Вот у меня за какое-то видео награда. Можно посмотреть подробности, нажать. И посмотрим, за что мне дали наградку. Здравствуйте, подписчиков и гостей моего канала. И вот за это видео мне дали награду. Кто-то мне лайк поставил. Я как бы... Вот. И, ну, видите, такие комментарии я тоже ставлю. Нормально. Лайк плюс. Ну, такие вот комментарии. За каждое наше действие мы здесь зарабатываем. Вот. Можно ответить. Спасибо. Отправить. Вот. Как бы, да, и можно поставить лайк. Вот все, я лайк поставила у меня, потому что было, да, у меня вот это синенькое. Сейчас покажу шкала. Она отвечает вот за эти лайки. Друзья. И вот у меня пошла на убыль. Я еще... Возможно, что я могу поставить еще кому-нибудь лайк. Вот я поставила лайк. Пошла монетка вот этому человеку, который мне написал комментарий. И мне. И как бы и я заработала на этом. И... Человек, который вот оставил комментарий. И вот так под всеми видео. Мы оставляем комментарии, ставим лайки. За это у нас идут вознаграждения. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам показать. Кто хочет, присоединяемся. Ну, не хочет, проходим мимо. Это дело каждого. Вот. Абсолютно здесь без вложений. Как бы здесь даже инвестировать вроде как нет ничего такого. Всем удачи, больших заработков. Буду периодически делиться своими результатами. До новых встреч.